Друзья мои, всем большой привет из Армении. Добро пожаловать на канал Раритет ТМ. Сегодня снимаем очередной выпуск для вас. Поддержите лайком. Желаю всем приятного просмотра. Toyota Camry Европейка. Вот ее тоже спрашивают. Они дороже стоят, друзья, так как в основном куплены они бывают из салонов здешних. Они из Америки. Ничего, аржи умно, барит здесь. Да, вот куплен из здешнего салона, говорит, 13-й год. С разборки чапунакана, че? Японской сборки, да. Более здесь топовые салоны, более такие, смотрите. Шикарный, с американскими Camry не сравнить. Смотрите, какой дизайн, обивка. Более качественное все. Здесь с ковшами, перфорированный салон. Сиденья тоже более широкие, более объемные. Здесь смотрите, какие шикарные декоративные вот эти вставки. В мебельной фактуре для создания комфорта и уюта. Короче, дизайн и архитектура салона, комфорт, качество отделки, все отличается от американских сборок. А. Ну, здесь видно, да, более топовый салон. Шацничка, да? 96 тысяч километров пробег. Трехзонный климат-контроль. Двери тоже четко все работает. Зимние покрышки на ней стоят. Да. Шины новые, видно. Камри. Да, заводится с пульта. Не битая, не крашеная машина, говорит. V221 кузов S500. Тоже тюнингованный здесь обвес. И облицовка отличается от обычной, видите? В линзованной оптике. Да вот кого, не ли спаси? Че? Ես ինչ գինա կարող է իմանակ, բայլուս, չէ, ինչ արժի, հինգնոց մատոր, հա, ա, 3-5 մատոր, 15 տիսիչ դոլարով ծնա, կշացը, իզ Եպոնիի, դա, 130 տիսիչ պրաբիկ, Dunlop. Еще один 221, 5,5 мотор, тива, инш тива, 2010 год, лонг, кина, тасио тукес, 17500 долларов цена, кшаца. 180 тысяч миль пробег. Лонг салон. Дискеры похаца, а? Дискеры. Здесь небольшой косячок, смотрите, царапина идет на двери.
Да. Панорамная крыша. Тоже черный салон, перфорированный. В этой доводка работает, видите, на дверях. Трехзонный климат-контроль, мониторы на подголовниках, большой подлокотник, двери со шторками, режимы памяти, электрорегулировка кресел. Стака инча, спешалка, а ты инча? Инча? Сран. Сзади тоже шторки. Капот. Каниди Аужа. 388 лошадок. V8. Вот смотрите, многие пишут, показывайте внедорожники, смотрите, очень много любителей внедорожников. Вот смотрите, здесь настоящий парад внедорожников, подряд все идет, но здесь также и не упустим, снимем Toyota Sienna. There's no bar like this. Сейчас посмотрим, сколько она стоит, спросим, вернее, комплектация здесь LE с велюровым салоном. Сенан. Ничгина. ЛЕ АВД, то есть полный привод. Но ЛЕ комп. Более красивый здесь дизайн салона, чем на 18-х годах. И более свободный, эргономичный. Сплошная идет вот эта приборная панель. Электрические двери, капитанские кресла, шторки на стеклах. То есть без ключевого доступа нету только. Цель, да? Инчаржи, инштива. 11 год, 14500. Так. Сейчас. Сколько стоит? В
Lexus GX 460. Сейчас спросим цену специально для вас. Те, кто спрашивали. Ладно, пошли вперед. На обратном пути спросим, друзья. Lexus 9 Charge. $2,600, $20,400. Цена. Кшаца. 143 000 миль пробег. Дальше идет. А. Кожа, а? Си инш комплектация. Фула. Բարձրանում իշնուման, թե չէ։ Հա, բարձրանում իշնուման, բայց սրա տակ կոնկրետ պրուժինա դրած, պրադոյի նման, բայց բաները տունն է, եթե կուզեք, կուզեքվան ակատամ հետը, բանև մոյ պուչիքները զատնում։ Ես ավաստել, так, мониторы на подголовниках здесь, смотрите. Все. Газа дадим. Ага. От газа, а? Так. 2,4 баллон ГБО на метане. Марк Левинсон, то есть это заводская акустика от Lexus идет, ихняя заводская акустика, премиум класс. GX470V8 с фаркопом. Lexus RX330, друзья. Со светлым салоном. Цена 12 500. Смотрите, какая здесь офигенная тачка. Смотрите на ее морду. Видно новое. Здесь все заводской краски. Смотрите, какие эти покрышки. О, стойки амортизаторов, мощное все. Сейчас посмотрим в круговую, провертимся. Плюс с этим, как он называется, тянет то, что и сам себя может вытащить из грязи или из болота. КО. О, закрыто, блин. Умная избавить здесь. Церечи. Фары тоже светодиодные здесь. Карбон или просто этот. Здесь с фаркопом.
Здесь специальное антикоррозийное покрытие. Здесь тоже карбоновая фактура, но уже на железе, на металле. О, шикарные какие покрышки. Классная машина для любителей поездить по бездорожью оффроад, по болотам, по полям, по лесам. Нигде не оставит этот автомобиль по бездорожью. Много здесь, видите, внедорожников. Базар для богатых, как его называют здесь прихожане. Вот только что как раз снизу поднимались, об этом говорили между собой, я услышал. Вот еще один Lexus, 2010 год. Павел здесь. Чаржи. LX570. Չքանակ շատ, որտեղից է բերած? Կալիֆորնիա, շատը 147 000 մայր. 147 000 միլ պրաբեկ, իսկ Կալիֆորնիա, սուխոյ շտատ, то есть, более хорошем состоянии она, значит, должна быть. Небитая машина, говорит, без ключевой доступ. Երեք շարք է, չէ? Ամեն։ Տերերը երեք շարքով է, չէ? Նստարանները։ Հա։ Здесь без ключевой доступ. Трехзонный климат-контроль. Да, места в три ряда, вот задние места раскладные, раскладываются. Здесь мониторчик такой, люк, все есть. Электрический багажник, видите, с двумя частями, как на BMW X5. Одна часть снизу открывается, другая часть сверху. И оба на электроприводе. Места тоже электрические, видите? Да, да, да. Все электрическое. Задняя камера. Везде камера. Да, круговой и обзор, спереди, да. Справа, по бокам, да. Спереди, спереди тоже. По всему. Ford Flex Limited. Вот такой кубический, как куб, напоминает салон его. 2013 год. 3.5 мотор. Flex. Mercedes ինչքան է? 40,000 դրամ. 40,000 Mercedes. Пятнадцатый год, 12-й месяц. GLE. Валюс здесь. 11-й год, 23 тысячи долларов цена. Дизельный мотор 2,2. Кшаца. 190 тысяч километров пробег. Растаможен в 19-м году. Вот салон.
Blue Efficiency, то есть более экологичный, экономичный мотор. Пятнадцатый год, Toyota Corolla. Шаца. 100 тысяч пробег, 15 тысяч цена. SE. Американская сборка. Не битая, не крашеная, говорит. Тканевый салон бежевого цвета. Made in Canada, канадская сборка. Посмотрим, где что, чего нового привезли. CL500 AMG, 97 год, рестайл, full option, 188 тысяч пробег. Гордается, берет? Германия. Из Германии привезена европейка. Уф, смотрите, какой просторный кожаный салон, перфорированные места. Надпись Mercedes-Benz на пороге. Ингнотс мотор, а? 5-литровый мотор. Азорцуна? Азорцуна. Дяужели? 400 с чем-то, говорит, лошадиных силы. О, шикарный салон какой, смотрите, места. С ковшами здесь, смотрите, облегают спину. И здесь тоже. Гина, инчкан, эй, касом. Купе. 11 тысяч цена. Toyota Ipsum, вот, друзья, вы давно меня просили показать. Давно их не было. 2.4 ФВД, передний привод, то есть forward. Велюровый салон. Здесь, смотрите, вот это... Место для ноги не перекинули. То, что со стороны водителя бывает. Здесь тоже небольшой такой косяк. 2.40, ай, 2004 год. Пропан-газ. GL500, GL63 рестайл. Европейка, фулл комплектация, пробег 79 тысяч с двумя ключами. Цена инчаржи. Привет. С утра пораньше. Да, работа не ждет. Это сколько он говорит? Цену. Я не спрашивал, только пришли. Скажи, брат. 8300 цена. Lexus ничка, на зель, на? Ицу назар, ахпер, хамель, на. Ништива. Тасник тивна. 15-й год, 50 тысяч цена.
Jake 460. Շատ ինչքան, հա? 80 000 пробег. Привет, братва. Как дела? Вот еще один здесь Кадиллак, не знаю. Сейчас цену спросим. 16-й год, 21 тысяча долларов. Кадиллак SRX4, 3,6. Далее идет Dodge Charger AVD. Dodge нинчка нахпиш. 13 тысяч. Тива? Тоже 13-й год, 13 тысяч долларов цена. SX-инч? SXT комплектация, да. Инч мотора? 3,6 мотор, 4x4. Двузонный климат-контроль. Да, холодильник-контроль. Вот цвет салона красивый, очень редко попадает такой цвет, кирпичный цвет, очень красивый. Кшацнинчка, на 100 тысяч миль пробег. Хапац тэрэрэ? Подушка чули пацас, тэтэка пацас. А, да, подушки не вскрывались. Не стреляли, вернее, незначительное повреждение было.